Первой точкой высадки саженцев, а это 20 сосен, стал сквер имени Гудовича. По поручению Юрия Полякова городские коммунальщики накануне провели ревизию. Только в центре насчитали более 200 спиленных за последние годы деревьев. Сегодня мы знаем, где эти пеньки, и мы стараемся сажать деревья там, где находятся пеньки, для того, чтобы сохранить то количество зеленых насаждений, которые есть. Уже этой осенью будет высажено порядка 500 лиственных и хвойных деревьев. И это только начало, обещают в администрации. Анапа должна стать уютным и благоустроенным городом. И здесь многое зависит от самих жителей. Вот так бы каждый двор вышел и посадил по одному дереву. У нас бы был город-сад бы, город-лес был бы, зеленый город был бы. Надо этим заниматься.